Фалафель. Какую ассоциацию у вас вызывает это слово? Для меня это что-то пушистое, шуршащее, скворчащее. Фалафель. Фалафель. Если разбить это слово на два слога, то получится фа и лафель. Фа – это музыкальная нота, а лафель, ну, наверное, лафа – это некое такое приятное ощущение. В итоге получаем звук или все-таки вкус, приносящий удовольствие. Но это лишь только мои ассоциации. Что же на самом деле в Египте называют этим загадочным словом? И не просто называют, а даже считают древний Египет родиной фалафеля. Сейчас мы с вами посмотрим, как готовится фалафель. Фалафель – это еще одно традиционное египетское блюдо. Вот. Берутся бобы, замачиваются на ночь. Затем из бобов делается вот такая масса. В массу добавляется лук, зелень, соль. И затем это выпекается. Вот такие вот шарики из бобов называются фалафель. Спасибо. Вот так вот. Спасибо. Ловкость рук и блюдо. Фалафель готово. А вот так выглядит уже готовый фалафель. Зажаристые шарики.